Мы определенно считаем очень важным построение в человеке шаблонов поведения с позитивным мышлением. Мы здесь не для того, чтобы оценивать некое наказание, которое можем получить, но скорее, чтобы жить так, чтобы эти последствия быстрее рассеивались с помощью понимания проблем, с которыми мы сталкиваемся на сегодняшний день. Мы можем смотреть на мир таким, какой он есть. Мы можем видеть разнообразные мировоззрения, которые и управляют нашими ежедневными повадками. И я думаю, большинство людей понимает, что мир сегодня не управляется наилучшими из возможных в этом мире на сегодняшний день намерениями. Он находится под управлением эгоизма, чьих-то амбиций, которые могут быть неверны или же слишком чрезмерны. Мир развивается вокруг некоего финансового центра, и каждый может понять, почему так происходит. Наш мир эксплуатирует или разрушает свои натуральные ресурсы. И все это происходит сейчас. В любом СМИ попадаются статьи на эти темы. Каждый человек что-то знает об этом, но продолжает игнорировать это. Или продолжает думать, что он ничего не может поделать с этим. Или что он очень занят, чтобы делать что-то большее, нежели чем свои первостепенные желания. В таких ситуациях карма проделывает для нас очень хорошую работу. Она ставит человека в положение, в котором он обнаруживает себя на грани хаоса. И вместе с ним все человечество, частью которого мы все и являемся.